Что делать с заблокированными иностранными ценными бумагами? Кто-то пытается судиться, кто-то ждать. Но будем честны, пока ясных и четких перспектив по разблокировке нет, несмотря на все усилия инвестиционного сообщества России. При этом кому-то надо срочно избавиться от таких бумаг, а кому-то купить их. Поэтому мы в Финаме разработали сервис купли-продажи иностранных ценных бумаг. Внебиржевые сделки с ИЦБ могут совершать инвесторы, у которых открыт единый счет. Для продажи на счете должны быть заблокированные ценные бумаги. Покупка доступна только для квалифицированных инвесторов. Сейчас в сервисе доступны более 200 бумаг. Сделки проходят в торговой системе Transact и приложении Finamtrade. Поэтому, если хочется продать заблокированные бумаги и забыть про них, ссылка в описании. Там же есть лайфхак по тому, как заработать на продаже заблокированных ценных бумаг.